Амчиба. Это слово произнес Сан Саныч в обращении к мемной папке. На первый взгляд, это просто рандомное слово, которое не имеет никакого смысла. Но если бы все так было просто, я бы не делал свои разоблачения. Как вы поняли, сегодня я вам в очередной раз раскрою иллюмината. Начнем. У Сан Саныча одинаковое имя и отчество. У кого еще одинаковое имя и отчество? Правильно, у Дим Димыча. У него есть собака по имени Кусачка. Кусачка относится к породе чихуахуа. Родиной породы чихуахуа считается Мексика. Мексиканцы придумали тако. Тако состоит из тортильи. Тортильи рифмуется с крылья. Крылья есть у Рика из Мадагаскара. Также Рика – это персонаж из игры Bubble Quass. Он одноглазый. Вы знаете, кто еще одноглазый? Вы абсолютно правы. Это Иллюминат. Не кажется ли вам это немного подозрительным? Мне вот кажется, что вам кажется, что это кажется немного подозрительным. Но так как это всего лишь кажется нам немного подозрительным, нам, как мне кажется, стоит продолжить расследование. Сан Саныч также обращался к Бараку Обаме. Барак? Ходорковский. Ходорковский был арестован российскими властями из-за неуплаты налогов. Налог. Налог на итальянском будет импост. Импостер. На канале мемной папки есть видео, где Сан Саныч это импостер. Слушай, Амчиква, что ты заработал за мои деньги нахуй? Совпадение? Мне так не кажется. Действие игры Among Us происходит на космическом корабле. На корабле окна называются иллюминаторами. Иллюминатор похож на слово иллюминат. У нас уже есть два несокрушимых доказательства, доказывающие причастность Амчиква или же Сан Саныча к иллюминатам. Но для полной уверенности нужно еще одно. Вернемся к слову Амчиква. В слове Амчиква есть слово чих. Чих – это отсылка на чихуахуа, которую я упоминал по ходу разоблачения. Родиной чихуахуа, как я уже говорил, считается Мексика. Поставим метку в Мексике. Если убрать из слова Амчиква слово чих, останется Абба. Абба – это шведская подгруппа. Поставим метку в Швеции. Помимо мемной папки, Сан Саныч делал обращение к бывшему и действующему президенту США. Поставим метку в США. Соединим все точки. Получается треугольник. А вы знаете, что еще треугольник? Вы правы. Это символ иллюминатов. Таким образом, Амчиква это импостер, который выполняет приказы иллюминатов в основном по дискредитации правительства США. Его напарником-импостером был мемный папка, вместе с которым он стал создавать музыкальные клипы, которые подрывали авторитет США. Через некоторое время иллюминаты начали замечать, что доход с песен им приходит слишком маленький. Проведя проверку, они узнали, что мемный папка тайно хранил огромные деньги за свои треки, выплачивая иллюминатам лишь малую часть. Сан Саныч также получал крайне низкий доход. По правилам их общества, мемный папка должна была быть исключена за кражу средств. Так и случилось, но это было еще не все. Сан Саныч записал обращение к мемной папке, чтобы подорвать его авторитет и отомстить ему от своего имени и имени всего общества иллюминатов. Мемная папка же, имея большой опыт работы с такого рода видео в обществе иллюминатов, сделала это обращение мемом, отчего люди воспринимают это обращение несерьезно. Так и появилось Амчиква. Интересен еще тот факт, что мемная папка записала ровно 3 трека про Сан Саныча, а как мы знаем, у иллюмината 3 стороны. Мемная папка – это подтвержденный бывший иллюминат, доказано. Сан Саныч или же Амчиква – это подтвержденный действующий иллюминат, доказано. Ой, новый, 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 новый